портовой особой экономической зоне, что рядом с аэропортом Ульяновск-Восточный, завершается создание объектов таможенной инфраструктуры. Ход строительства контролирует лично губернатор Сергей Морозов. В план входит возведение сразу нескольких объектов. Здесь будет строиться таможенная зона, вот это АБК, администрация здания для таможенников. И тут будет весовая, КПП, бокусосмотры, гаражи. Когда все необходимые работы будут завершены, сюда переедет таможня из аэропорта. Это позволит быстро и удобно принимать заграничные товары и оборудование для резидентов портовой зоны. Кстати, возводится не только здание. Вместе с ними завозится все необходимое оборудование, начиная от оргтехники, заканчивая сложными измерительными приборами. Сроки завершения строительства – июль этого года. На вопрос, успеют ли, подрядчик уверенно отвечает – справимся. Продолжается прием новых резидентов экономической зоны. У нас сейчас зарегистрировано 18 резидентов. Из 18 резидентов 14 у нас появились за последний год. То есть в связи с тем, что вот они только-только у нас появились, они находятся у нас в стадии проектирования. На сегодняшний день работу ведут 4 резидента. Одна из важных особенностей зоны – наличие возможности загонять самолеты непосредственно на ее территорию. Это существенно облегчает логистику. Рулежная дорожка уже сделана. Дело остается за КПП. Он также будет создан в следующем месяце. А для комфорта приезжающих на автомобиле строится дорога через поселок Лощина. Она позволит добираться до ПАЭС напрямую из города, а не в объезд. Егор Титов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновской правды.